Всем привет, с вами Скат и 32-й выпуск новинок. На этой неделе было не густо, однако несколько игр для вас я все-таки смог подобрать. Так что усаживайтесь поудобнее, ставьте лайк под этим видео и поехали. И первая игра на сегодня – добротный раннер Particular. Вам предстоит помочь главному герою сбежать из старинной темницы. После 25 лет заточения ему все-таки удается найти способ достать ключи и выбраться из камеры. На протяжении 50 уровней вам необходимо преодолевать все преграды и ловушки, перепрыгивать через пропасти и избегать охранников. Собирайте монеты и покупайте различные бонусы. Скачать можно бесплатно. Далее по списку забавный кликер «Влогер Go Viral» о тяжких буднях видеоблогера. Снимайте свой блог, следите за трендами и комментариями, улучшайте качество своих роликов, покупая новое оборудование, рекламируйте свой канал и ищите новые способы заработка, кастомизируйте своего персонажа и его комнату. В игре симпатичная мультяшная графика и ненастырный донат. Скачать можно бесплатно. А следующая игра – это новая аркада от Nitrom – Stretch Dungeon. Маленький старичок так долго сидел в тесной клетке, что сумел развить себе способности телекинеза. И теперь, используя силу разума, он способен управлять стенами подземелья, помогая себе выбраться из запутанного лабиринта темницы. Тапайте по экрану, чтобы сжимать и расширять стены. Уворачивайтесь тем самым от ловушек и собирайте монеты. В игре вас ждет неповторимый стиль игр от Nitrom и, как всегда, затягивающий геймплей. Скачать можно бесплатно. Возьмите на себя роль шустрого курьера в игре Go Go Fast. Передвигайтесь на своем мотоцикле по оживленным улицам Вьетнама и доставляйте посылки своим клиентам. Избегайте встречного трафика и пешеходов и следите за уровнем топлива. Получайте сердечки от довольных клиентов и обменивайте их на новые виды транспорта и целую кучу новых профессий, таких как таксист, работник скорой помощи и даже козел. Игра пока находится в стадии бета-теста, а доступна бесплатно. Далее по списку довольно годный симулятор мотоциклиста World of Riders. В отличие от многих поделок, коих сейчас целая куча в Google Play, данная игра помимо неплохой графики порадует разнообразием. Во-первых, игра встретит вас большим набором мотоциклов, отличающихся поведением на дороге и характеристиками, каждый из которых вы сможете дополнительно улучшать, приобретая новые детали. Во-вторых, это большое количество трасс. Нам дадут погонять как по проселочным дорогам в лесах и пустынях, так и на профессиональных трассах и в городах. В-третьих, это различные погодные условия и время суток. Помимо солнечной и сухой погоды, дадут поездить и ночью, и в дождь, и даже в снегопад. Ну и, наконец, несколько режимов игры. Помимо привычных заездов в трафике, также доступны гонки на время и заезды с компьютерными противниками. Скачать можно бесплатно. Следующая игра – это текстовое приключение по довольно известной в свое время вселенной игры «Космические рейнджеры» – Space Rangers Quest. Уже с самого начала игра вообще не собирается объяснять вам, что к чему. Из первых диалогов становится понятно, что события происходят после основной серии и рассчитаны на фанатов оригинальных игр. В этом и есть главный просчет разработчиков. Вместо того, чтобы портировать оригинальные игры на мобильные платформы, а это вообще не составило бы никакого труда, а потом уже подогреть новых поклонников данной игрой, они выпустили ее первой, а возможно и единственной. Причем ориентируясь на тех, кто, возможно, и в игры-то уже не играет. Однако, если вы любите текстовые квесты и космическую фантастику, купить сможете за 369 рублей. The Dweller. Интересная головоломка, в которой вам предстоит играть за древнего духа Земли, которого разбудила команда археологов, проводя раскопки древнего города. Ваша задача – убить всех людей и не дать им найти ваше место обитания. Дух может передвигаться, только находясь в недрах земли, либо же вселяясь в камни. В этом и состоит главная сложность. Вам предстоит передвигаться таким образом, чтобы вы смогли добраться до каждого. А с каждым уровнем сделать это все сложнее и сложнее. Купить можно за 339 рублей. Ну и напоследок хочется показать вам очень крутой квест Bulb Boy.
Маленький мальчик Лампочка просыпается ночью от ужасного кошмара и понимает, что все его страшные сны стали явью, захватили его дом, а главное – любимого дедушку. Преодолевая свои страхи, ему предстоит победить зло, вторгнувшееся в его дом, и освободить дедулю. Меня игра порадовала отличной рисовкой и анимацией. Всем любителям квеста настоятельно советую. Стоит игра 169 рублей. А на сегодня у меня все. С вами был Скат. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и удачи!